Всем привет! С вами снова я, Иван Сусанин. Мы продолжаем нашу игру Far Cry 3. Такие облака интересные. Так, вон туда, в ту сторону идти. Ну, блин, так далеко, я не знаю. Может быть сейчас? Может чуть позже начнем выполнять этот квест? Так, куда это нам надо? Вот сюда вот. Очень далеко. Можно выполнять кое-какие квесты, да? Охота за головами, в принципе, как-то мне не особо прет. Может быть, пока поищем вещи для сумок? Я думаю, неплохая идея, а? Создание предметов, для этого нам надо много чего. Так, ну давайте медицинских препаратов создадим, тем более, что у нас есть возможность еще добавить, да? Я думаю, что... Так, снадобье для охоты... Все ваши боевые... Нет, давайте сначала медицинские снадобья создадим по максимуму, да? Для этого нам надо что? Зеленые листья. Очень много зеленых листьев. Давайте поищем зеленые листья первым делом. Кстати, я хотел сумочки еще поделать, да? Чехол. Для этого козла нам нужно убить. Для бумажника нужно убить казуара. Для рюкзака нужно убить тапира. Для медицинской сумки нам нужно убить леопарда. Ого, ни хрена себе, серьезное дело. Подожди. Следующее, патронтаж. О, я могу сделать привязку для горючего. Между прочим, да, собака. Отлично, сделали. Прочная повязка, для этого нужен кабан. Опять же, две шкуры. Так, смотрим дальше, что у нас тут есть. Гранатные сумки, патронтаж. Кабаны, опять же. Гранатные сумки, козлы. Для мин. Опять козлы. Козлов надо очень много, похоже. Так, подвязка для сумки. Опять кабаны. Очень много кабанов надо убить. Это будет сделать не так-то просто. По той простой причине, потому что кабанов столько найти, это проблема. Шкура оленя. Это для простого, ранца для ракет. Ну ладно, пока с лакенами подождем. Колчаны для стрел. Тоже шкуры козла. Ну пока мне самое главное сейчас найти побольше козлов и баранов. Так, а где они у нас есть? Вот, козлы как раз здесь. Давайте, может быть, вот здесь поищем козлов, козликов. Козликов. Это у нас свинья? Или кабан? Нет, кабаны. А это что? Доки Вассы. Опасное место. Радиовышка где поблизости еще есть? В общем-то, ничего. Ну вот, у меня три лагеря сейчас имеется, так что... Я... Давайте козлов поубиваем пока. Несколько штук. И зеленые листья поищем. Сегодня у меня такая задача основная. Как можно больше поубивать кабанов и... кабанов, говорю. Козлов. Желтые мне не нужны. И пособирать побольше зеленых листиков. Так. Еще раз посмотрим. Надо спуститься вниз, да, скорее всего, вот где машина. Там есть козлики у нас. Интересно, много я тут их найду, нет? Блин, у меня патронов не так много. Может быть, стоило бы, если бы у меня была возможность с помощью мачете все это херачить, как это было в прошлый раз, когда во второй части мы с вами... Нет, надо сюда спускаться. Сражались. Козлов можно также убить при помощи машины, да, машины задавить. Ну ладно, пока с этим подождем. Отправляйтесь к медузе. Я пока по сюжетке не особо шпишу. У меня без этого полно дел. Как бы, ну, немножко прокачать свои рюкзаки, свои подсумки, свои штучки всякие. Вот это будет действительно интересно. Зеленых листиков так просто не найдешь. Наверное, нужно возвратиться. Ой, ёптыть. Они едут сюда, твою мать, похоже. Да. Не заметили? Как-то странно. Чуть не спалили меня, мне бы было кобздец тут. Пришлось сражаться с ними. Патронов пока хватает, ладно, посмотрим, что у нас. Так. Листиков тут не видать. На самом деле, сложно с этим совсем быть. Давайте-ка... Кабанчиков найдем. Ой, кабанчик, опять же, козлик. Козлики у нас тут внизу. Где-то бродят. Охоту устроим на них. Вон они. А гранаты я могу их захерачить, а? Еще один едет. Так, подожди, а как граната? Секунду.
Граната, граната, граната. Средняя клавиша мыши. Тих, козлов двух. Бабахну, ну. Эх, ни одного не убил. Было прикольно. Ни одного не завалил, блин. Есть. Один козлик готов. Второй козлик готов. Козлики, вы нам нужны. Так, а есть еще одна. Где еще один был? Блин, укатился куда-то, да? Как я так, блин, прокараулил? Куда он скатился? Щец. В траве не так... Вон, там леопард бродит. Охренеть. Ладно, с леопардом... Вон он. Кровяка. Гадость. Нифига не гадость, все классно. Так, ну давайте, гранатная сумка у нас готова, еще что-то готово, да? Давайте почитаем, что у нас тут есть. Путеводитель. Так. Дикие животные. Козел. Козы всегда водились на Рук-Айленде. Их мясо использовали в пищу, а из шкур изготавливали одежду. А островитяне считали кожу козла серьезным преступлением и сторонятся воров. Любовь к козлам, однако, не наказуема, если вы отпустите козу после. Ясно. Я... Да ладно. Неужели старику нельзя немного позабавиться с животными? Ничего не понял, что он хотел сказать. Так, ладно. Я могу сделать кое-что. Угу. Надо зеленые эти найти. Так, патронтаж, гранатная сумка. Сумка для мин. Давайте гранатную увеличим. Так, опять олень нужен, да? Чтобы побольше было гранат. Сейчас мы можем 4 граната уже с собой таскать. Пока этого ничего нету. Ладно, будем знать, что у нас можно схватить 4. Ягуар. Патронов. Ну, надеюсь, хватит, а? Козлов тут, я думаю, еще не прижилось всех. Да, у нас в запасе еще будут козлики. Черт, ускакал. Хрен уйдешь. Нифига, я попасть не могу. Да что ж такое-то, эй! Козел! Там леопард херачит их. Я сделал это. Ох, меня он подцепил немножко, конечно. Но он козла тоже одного завалил. Давайте посмотрим. Леопардика херну. Круто. Так, ладно, посмотрим, что у нас тут есть. Мы можем сделать из козла простой чехол. Подожди. Чехол для оружия. Что-то если леопарда, по-моему, тоже было. Колчан. Шкура козла, колчан простой. Давайте простой колчан захерачим. Угу, топир. Где-то был же он. Или может не одну надо было? Не одно. Не одно. А вот с козлами, наверное, все, да? Козлы нам больше не нужны. Ну-ка, подожди, посмотрим. Так, давайте почитаем. Дикие животные, леопард. Рук-Айленд, опасное место, если для тебя не доберутся пираты, это сделают леопарды. Эти крупные кошки безжалостные охотники, они едят все, что смогут поймать. Как строители и инвестиционные банкиры на фуршете. Крутые ребята, эти леопардики. Вон еще один козлик. Не знаю, стоило ли его заваливать еще, нет? Завалил. О, зеленый листик. То, что надо. Я до него доберусь, нет? Вон он. Зеленый листик. Все отлично. Так. Смотрим насчет предметов. Козлов нам больше не надо, да, получается? Все-таки, ну-ка, медицинскую сумку еще две штуки я сделаю. Изготовить.
И одну применим сейчас. Так, а насчет чехлов подсумок. Так, простой чехол. Бумажник нам нужно. Казуар. Рюкзак. Тапир. Леопард. Еще один леопард надо. Усиленная медицинская сумка. Еще одну захерачить надо бы, конечно же. Кстати, чехол зафигачим тоже. Отлично, прочный чехол, нужны олени. Олени здесь не водятся. Так, патронтаж, кабан. Кабаны тоже здесь не водятся, кабаны водятся дальше. Нужны олени и кабаны сейчас. А вот еще есть. Ага, вот. Подожди, где-то я видел только. Сумка для мин. Нужны два козла еще. Два козла для сумок для мин, под мины. А потом за кабанами пойдем, наверное, да? Подожди, а вот это что еще? Тапир. Так, ну ладно, нужно еще два кабанчика, у меня патроны кончаются. Что это, у меня больше нету патронов? Подожди, а почему он не заряжает больше? А, фу, заряжено, да? То есть написано, вот 4 патрона есть, и в подсумке нет ни одного. Все понял. Давай еще двух. А потом пойдем пополним сумку где-то туда наверх. А если еще раз попробовать гранатой захерачить их? Почти невозможно, да? Ну давай, 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 давай. Ни хрена. Нет, одного убило вроде, да? Отлично. А, мачете-то бьет клавиши F. Все, класс. Класс, класс, класс. Я просто забыл немножко управление. Так, еще одного на козликова завалить. Его лучше бы, конечно, тоже мачетой. Вон они. Бегают. Ну, мне придется побегать за этими козлами, чтобы завалить его при помощи мачете. Давай, давай, давай. Класс. Можно было не стрелять в них. За козлами можно было побегать, на самом деле. Все было бы нормально. Так, ладно, еще один предмет готовились. Простой подсумок для мин. Леопард еще один нужен, да? Ладно, за леопардами сегодня охотиться не будем. Это не наша сегодняшняя цель. Так, а как применить... Секунду. Так, лечение на... икратку надо. Вот так вот. Да, козлов нам больше не надо. Больше за козлами охотиться не будем. Сейчас нужно найти побольше зеленых травок. И пойти поискать где-то кабанов. Кабаны у нас там. Дальше. По плану там, где мы были раньше, да? Вот тут вот. Но тут вас, место васа, так что опасненько тут будет. Наверное, лучше все-таки к деревне подъехать. Вот тут вот. Так, а это что такое? Испытание ракьяк. Насест цапли. Может быть, попробовать? Может быть, рановато еще. Ладно, пошли. Кабанов. Вот сюда вот надо кабанов половить. Так, для этого нам надо будет на машине доехать. Ух. Давайте попробуем. Почему нет? Почему не попробовать на машине проехаться? Насколько шансов много, я не знаю. Будем надеяться, что будут у нас шансы проехать. Тут надо очень сильно газовать по дороге. Подожди. Карта, карта, карта. Далеко. Посмотрим, какой огончик сегодня еще. Тоже довольно интересно. Попробовать. Так, главное не уйти. Блин, я тут потеряюсь ведь, а. Ей-богу, потеряюсь. Так, а тут кто у нас есть? Есть ведь, да, тут враги? Или давайте все-таки сами посмотрим. Так. По-моему, никого тут нету. Давай все-таки глянем. Я машины слышу. Слышу, слышу, ездят здесь.
ни одной твари не вижу, ни одного этого урода. Кубинская сигара. Так, отлично. Вот не зря же здесь, да, наверное, вот эти вот фонарики. Что-то ведь они означают, наверное. Мне бы патронов найти, но тут как бы поблизости-то, наверное, мне все-таки нету. Так. Что за место? Нет, это пока просто место, которое ничего мне не дает. Хорошо, патроны пополнились. Как они пополнились? За счет... А, наверное, за счет того, что я контейнер вскрыл. Все, понял. Так, есть еще кто-то. Это козлы все еще здесь? Да, деньги и тому подобное. Мне бы лучше зеленых сегодня растенец. Так, здесь у нас что дальше? Дальше у нас только леопарды, это опасно. Можно проехать, конечно, на машине попробовать. Давайте, я все-таки рискну. Там еще одна машина стоит. Почему они тут стоят, непонятно. Пошли искать дорогу. Лишь бы ни на кого не нарваться. Хотя, если не хочешь нарваться, надо делать что-то другое, наверное, все-таки. Нужно втихаря уходить, а тут как бы... А, вот по карте как раз. Вон они. Так, одного завалил. Ладно. Так, подожди, куда уходим? Да, вот здесь. Все нормально. Пройду, да? Подожди. Что-то я не понял, а как тут... А, я думал, тут какой-то мост должен быть. Нет, нормально все. Проходим здесь. Сзади никого. Отлично. Да, я могу ездить нормально, быстро. И меня никто не преследует, потому что нужно быть все-таки аккуратным иногда. Так, листики. Тихо, листики. Твою мать. Любимые зеленые листики. Целая куча. Так, разбитая машина. Патроны полные. Так, а что у нас насчет рюкзака? Еще 9 мест есть, ладно. Тихо. Не заметили? Проехали мимо. Опять маранту взяли. Белые листики тут в основном. Я смотрю. Так, а зеленые были пораньше немножко, да? Где-то вот я там он видел. А вот это что такое? Так, подожди. Мне вот интересно, вот эта вот штука. Какая-то реликвия прошлого, похоже, получается. Кабаны. Это свинья или кабан? Это свиньи, это не кабаны. Да? Нет, это кабан. Твою мать. Могу засечь. Тихо. А, нет. Копыта, это обозначает свинья. У кабана клыки нарисованы. Все, вспомнил. Давайте посмотрим, что у нас тут можно найти еще. Так, какое-то новое растение. Белое мы не будем брать. Свинья на что-то нарвалась. Так, пушка. Ух ты! Древняя пушка, и тут какая-то... Твою мать, где они? Засечь могут тоже. А с той стороны заходят. Не особо как видят, да, на самом деле. А это кто? Показалось. Показалось! Давайте немножко поисследуем все-таки. Тут какой-то вход прямо. Неужели можно зайти? Нет.
Мятая пачка сигарет. Это что такое? Ну-ка, взять реликвии. Первая реликвия. ХП добавила 250. Или сколько она там? Давайте посмотрим. Найдена реликвия. Кабан 2. Кабан — символ гордости и неповиновения. Реликвии, посвященные кабану, хорошо спрятаны, так что, возможно, придется заняться взрывными работами. Будем знать на следующее, на будущее, что у нас тут имеется, да? Интересно посмотреть. Так, а если посмотреть насчет растения, которое я нашел заново? Подожди, новые растения, флора и фауна. Нет, это не то. Это опять же не то. Растительность. Пандан почему-то нам известен уже, да? Арикняны обычно используют пандан для плетения циновок и для других ремесел, но еще и его помощью можно продавить особый вкус и аромат многим местным блюдам. Однако само растение несъедобно. Семена пандана не тонут в воде, и океанические течения могут приносить их намного милее, как кубинских беженцев. А вот некоторые растения я не знаю, а вот они почему-то у меня, получается, не открыты. Так, что я могу сейчас еще сделать, да? Создание предмета. Медицинских препаратов. Еще одно место. Я пока только чисто буду делать себе лекарства. Они пока самая нужная вещь для меня. Черт, едет опять. Могу я их как-то вот... Так, там какая-то еще реликвия. Сундук, реликвия, непонятно что. А почему он тут сверху лежит? Нет, он где-то лежит глубже. Я не понял, а где он лежит? Он где-то внутри, что ли, получается? Тут где-то есть грот. Точно, здесь грот. Давайте зайдем, посмотрим. Просто интересно еще и этот грот проверить. Так, свет включится, надеюсь. Угу, нашел. Еще и туз. Ну что, пойдем прокачаемся немножко. Я имею в виду, пойдем в деревню сгоняем. Там деревня тут где-то должна быть недалеко, вон она буквально. Деревня, вот осталось буквально доехать чуть-чуть. А там дальше... Я правильно еду? Неужели в эту сторону? Что-то я уже запутался. А, машина вот здесь. А мы едем... Здесь кабаны? Или свиньи? То ли свиньи, то ли кабаны, непонятно. По-моему, это кабаны. Так что можно их... было поделать. Но дело в том, что проблема-то... Самое главное в том, что у меня сейчас мест уже не будет. Так что давайте доедем до деревни сначала. Первым делом. Я опять еду не в ту сторону, как ни странно. Там вот прямо еще какая-то пещерка. Да, большая. А я вот прямо возле контейнера какого-то оказался. Да что за контейнер? Твою мать, вон они. Там их целая куча. Они сломали машину. Угу. Здесь кое-что есть. Так. Там вторая идет машина. Давай-ка спрячемся здесь. Одни проедут. А других мы просто завалим. Наверное. Черт. Ёптики. Вон я его вижу. Где второй? Одного за... Там же второй был. Если я не ошибаюсь, а может и нет. Он один был. Так, там трое их.
Установил. А ты, бля. Первый бой такой серьезный у меня. Давай, 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 сделаем его. Я иду за тобой! Еще один едет. Так, похоже, их тут наберется целая куча. Твою мать, сколько их тут? Ух ты, бля! А, уходим! Нихера тут! Ёптыть! Нихрена мне не повезло-то, а? Нифига, почему они так большой группой на меня? А там акулы! Еще и реликвию нашел. Я думаю, я здесь прячусь. Вот здесь вот где-то реликвия еще есть. Ух ты. Какие же они засранцы. Так, а где реликвия? Где-то тут, я ее видел только что. Вон там, наверное. Нет, это не она, Джокер. Чуть-чуть подальше она. Он идет. Сюда, скотина. Они меня палят. Жутко палят. Вот теперь я тебя найду и убью. Вот теперь, ты сейчас как ты... Снова найду, блин, ба... Выпущу кишки. Он меня ранил. Ему негде прятаться. Черт, я знаю. Это он не мне так-то сказал, да? Так, а у меня же есть, по-моему, другие гранаты. Возьмем его. Ага. Мимо. Я тебя это что такое? Откуда у меня минная... ребятки. У меня патроны кончились. С реликвией... Обломались, ладно. Это первый мой такой серьезный крестный ход. Я не ожидал, что здесь их набежит сразу целая куча. Они сюда не придут. Кому лучше? Мне или вам? Так, деревня вон там. Там акула плавает. Да? Я прав? Я вот здесь, там плавает акула. Можно переплыть. В принципе, можно переплыть. И не нарваться на акулу, но... Черт, рисково. Теперь ему не уйти. Они как-то прочухивают. Оставьте этого козла мне. Я его снова найду. Блин, патроны кончились, черт. Реликвия прошлая вообще там. Так, отсюда я могу их заметить, нет? Они что-то не пошли. Странно, не замечается на такого расстояния. Плохо. Ладно, они меня оставили в покое. А я сейчас реликвию прошлого еще одну подберу. Вон она, акула. Все-таки ходит здесь рядом. И еще и не одна. Они чувствуют кровь просто. Они чувствуют кровь. Так. Что ж. Шансов почти нет. Так, вот тут вот. Попробуем. И вот тут вот статуэтка. Есть, пошли. Все, я сделал это. По максимуму. Я еще очко набрал. Так, очко навыков. Давайте посмотрим, что мы можем прокачать лучше сейчас. Так, а цапли, что она дает? Быстрое убийство с дистанции и мобильность. Акула атакует быстрое убийство и лечение. А скрытое убийство и выживание. Давайте скрытое убийство и выживание будем работать. Опытный пловец. Давай. Прокачаем пловца. С татуировкой.
Вот теперь будет совсем красиво. Так, мы нашли еще одну реликвию. Смотрим, что это у нас. Подожди, где она? Акула 21. Акула – символ силы и мужества. Она королева океана. Реликвии посвящены акуле, можно найти под водой. Редкий случай, но тем не менее мы сделали это. Так, ладно. Они ушли, они будут искать меня. А мне просто надо их машину сейчас забрать и свалить оттуда. Пошли, сваливаем отсюда. Быстрей! Ну, где же ты? Поехали, блин! Черт! Поехали, поехали быстрее! Машина, где? Где дорога? Вот дорога. Застрял! Твою мать, застрял! Уходим! Нахер! Как это жутко, а! Все, прошли. Они за мной в погоне. Да, до деревни надо, главное, успеть. Успеем до деревни. Черт. Деревня, где же деревня? Эх. Погоня, 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 погоня. Патронов нету, ёптить. Да как так-то, а? У меня патронов-то совсем нету. Надо было его гасить этим. Ладно, я в деревне, все. Фу-ху, спасся, блин. Охренительно спасся. Давайте продадим все лишнее. О, жарко. Ну где же ты, говорит? Странно, они сюда не идут. Так, подожди, а где у нас магазин? Вот он с этой стороны. Шоп. Что желаешь купить? Я желаю продать пока. Ну и, конечно же, подзапастись кое-чем. Так, фигурка из слоновой кости. Из Гиннесса. Ну, красиво, $40. Джокер. Джокер с полустертым телефонным номером. Похоже, кому-то повезло. $20. Джокер. Еще один. Батарейка. Используется батарейка, и, может быть, в их остался небольшой заряд. Что, неужели пригодится? Может пригодиться, да. Туз. Пиковый туз на один из кромок след ногтя. С таким очень удобно мухлевать. Игровая карта. Так, батарейки. Использование данной... Да, нет. Помятая пачка сигарет. Похоже, кто-то хотел завязать с курением, но передумал. Батарейка. Так, подожди. Кубинская сигара. Поддельная кубинская сигара. Травы больше, чем табака. Кубинская... Еще одна кубинская сигара. Поддельная кубинская сигара. Так, кстати, у меня деньги уже кончаются. Место, то есть, я имею в виду. Так, еще дама. Дама червей с пририсованными сердечками, как мило. Денежки стоят. Дама, дама червей, еще одна дама червей, что ли. Ожерелье из зубов акулы. Ожерелье из акулы зубов, похоже, сделано руками маори. Нормально. Амулет цапля. Да, цапли я насобирал целую кучу. Она стоит недорого, но теперь, тем не менее, кое-что стоит. Амулет акулы. Так, амулет акулы. Любовно вырезанная фигурка акулы, когда меня грознее, чем настоящая. Так. Дорожный конус. Яркий оранжевый дорожный конус со светоотражающими полосками. Его трудно не заметить. Еще фишка какая-то. Белая покерная фишка. Белая покерная фишка на $10. Продаем! Кабана, амулет кабана. Похоже, это маленькая фигурка кабана. Кто-то с ней явно неравнодушен к ним. Так, пластиковая банкнота. Пластиковая банкнота такая способна выдержать больше, чем простые бумажные деньги. Батарейки оставим. Смартфон. Потерянный смартфон. Модель прошлого десятилетия, но за него еще можно выручить немного денег. Не знаю, батарейки это... не знаю, это все фуфло, наверное. Фуфло, ну ладно, пока я не буду продать это. Наверное, это все-таки фуфло.
Тем не менее, давайте пополним боеприпасы сначала. Так, и может быть сменим тип оружия, а? Патрон для дробовика. Все остальное, гранат для РПГ. Патроны для ракетницы. Это мне все пока не нужно, наверное. Или что, пополним все. Патроны для дробовика 12, гранаты 3, коктейль молотова 3, С4, дистанционный плюс 1, мана плюс 1, скидка 20%. Класс. Отлично. А гранаты РПГ нам почему-то пока недоступны, да, получается? Это ж почти бесплатно, а? Почти бесплатно, ребята, почти бесплатно. Нет, наверное, все-таки эти батарейки не нужны, скорее всего. Но денег стоит. Денег стоит, денег стоит. Да, давай продаем. Может быть, пригодится, может, я зря. Если не включишь, я не смогу заказать снаряжение из Я все деревень. Понял, но у меня сейчас... Есть первоклассная снаряга для тебя. Немножко другая цель, подожди. Так, что-то у нас появилось новое. Еще в информации оружие. Граната. Вот уже точно, какая тварь, каждой твари по паре. Почти все осколочные гранаты на острове американского производства из излишков, оставленных британцами после войны на Фолклендах. Там их захватили аргентинские войска, которые после победы британцев продали гранаты южноамериканским пиратам. Пираты потом переехали на остров, где их всех перебили люди Васса после того, как сделали как сделка по продаже оружия сорвалась. Наверное, половина Аризоны стоя аплодирует такому решению проблемы нелегальных мигрантов. Вот так вот. Это было жарко. Это было очень интересно и жарко. Использовать это что? Я думал, это можно включить музыку, нет. Ну ладно, давайте до следующей серии. А в следующей серии все-таки пойдем и выполним этот квест, который нужен. А у меня не хватает, да, получается, пока зеленых... Нет, мне пока ничего не надо, у меня пока полно. Целая куча медикаментов, так что пойдем пока в домик. В домик и поспим немножко, так что... Отправимся к Медузе чуть позже, сейчас просто ляжем поспать. До новых встреч, увидимся. Пока, ребят, пока.